Здравствуйте! Уголок садовода рад приветствовать твоих постоянных слушателей. В продолжении наших посадок в торфяные таблетки рассады клубники. Земляники. Земляники. Так, это у нас земляника мармеладная. Угу. Посажена была 6 от февраля. Без стратификации. Достигла уже, в общем-то, 4 настоящих листочков. Мы решили ее... пересадить, потому что заметили, что у нее корешки уже вот выходят из нетканного материальчика. Одну вот подружку мы уже такую посадили. Пересадим в торфяные горшочки, чтобы потом не травмировать корни при пересадке. Значит, аккуратненько срезаем вот эту вот оболочку. Материал, да, оболочку. Извините, а торфяные горшочки, я заметил, вы перед этим что с ними делали? Я сделала здесь дырочки. Отверстие, на дне, да? Отверстия, чтобы не видно, да? На солнышко. Там просто покажите. Уже с землей, да, не да, очень. Ну вот, хорошо. Вот такие отверстия, не видно, да? О, видно. Это чтобы питание, все-таки вода поступала снизу, будем поливать. Карандашком? Лоток. Да, все теми же палочками вот такими для роллов. Излюбленные. Сейчас. Хорошо, сейчас откроем, сейчас доснимаем репортаж. Так. И откроем. Мам, видишь, тут сажает клубнику? Вон, посмотри поближе, как она ее сажает. Тоже полезно будет. Так, снимаем. Ага. Очень все просто снимается. Тут кое-где интересно. Уже корешки будут. Вот, видите, какие корешки так, хорошие. Поближе надо, у нас тут что-то темнит сегодня, видеозапись. Вот, так, вот корешки. Видно корешок. Ну, то и даже побольше было корешков, но тут все равно вот они уже выходят. Как бы можно было даже, мне кажется, несколько дней назад уже сажать. Ну, я тоже хочу такие тиски сажать. Конечно, корешки такие будем сажать. Хорошо будем. Вот, значит, земля у нас здесь с кокосовым субстратом. Кокосовый субстрат одна часть и одна часть торфогрунта. Посадим, сейчас мама посадит. Ты посмотри сначала, поучись, как мама сажает. Значит, сюда мы сейчас добавим земельки. И вместе с кокосовым субстратом получится вот такого вида. Ага. А кокосовый субстрат, тот, который мы замачивали с вами в некоторой серии, правильно? Да, кокосовый субстрат тот. Очень хорошо. Угу. Очень понравился. Действительно, земля рыхлая более такая. И потом с этим горшочком мы прыг... Потом прямо вот так вот и в грунт. Угу. Отклеим только вот мармеладное. Да, сегодня 5 марта. Была посажена 6 февраля. Достаточно быстро. Это первые у нас такие пионеры. Они очень быстро взошли. Без стратификации. Поливать будете прямо здесь, в этом лоточке? Да? Поливать будем вот сюда, вниз лотка. Просто водичку. Ну, сейчас достаточно увлажненно. Как корневая система будет хорошо развиваться. Да, и уже не будем ее травмировать. Просто вот так вот все пересадим. Спасибо. Угу. Всего доброго. Да, спасибо. Так, всем хороших посадок.